Тягушку Cut Quest. Это первый взгляд от Доридзи. Надеюсь, вам игра понравится, зайдет. Это пока что демка, ребятки, демо-версия. Но если вам понравится, я куплю на полную версию, и мы с вами уже нормально поиграем. Ну что ж, история начинается, ребятки. История про котенка. Нет, моя любимая, зачем? Зачем ты ее украл? Мы планировали создать много котят и жить долго и счастливо. Зачем? Зачем мне все испортили, плюс новую кошку искать? Ладно, шучу. Мы ее вернем, мы тебя освободим. Куда она исчезла? Подожди, куда она исчезла? Кто? Она ведьма? Она волшебница? Кто она? С кем я жил? Что такое? Что случилось? Я тебя уничтожу. Гадкий демон. Ребят, нам надо помочь уничтожить демона. О нет, смотрите. Он лодку мою утопил. Зачем? А я еще живой. Корабль потерпел крушение. Что-то у меня в затылок болит очень сильно. А, кажется, меня клеймили. Что такое? Я тоже, оказывается, маг, я так понимаю. Ладно, немножко импровизация, немножко игры, ребятки. Так, вот, значит, я тут просыпаюсь. Надеюсь, ребятки, вам игра понравится, потому что те игры, которые вам нравятся, я снимаю чаще. Так. Что-то слишком... Блин, жалко, не по-русски написано. А, можно на геймпаде типа играть. Ну ладно, я буду на клавиатуре. Так, ребятки, в общем, я где-то проснулся. Можно нажать на табуляцию. Это мой рюкзачок, мои характеристики. У меня 50 монет, здоровье, там, магия и все такое. Блин, игрушка довольно-таки круто выглядит. Сюда можно что-нибудь будет помещать. Так, колесо мыши. Ух ты ж, нифига себе, какой город. Офигеть. Офигенно, ребят. Не знаю, сможем ли мы 100 лайков собрать. Если каждый бы поставил лайк, я бы прошел эту игру. Постарался бы. Так, ну что ж, смотрим, куда тут можно пойти. Тут какой-то чувачок, давайте с ним поговорим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Типа того. Так, поговорим. О, он нас просит уничтожить вот этого. Кто ты такой? А, все, я уже могу... Я прям так дерусь, да? Понятно. Так, можно прыгать. В смысле? А, перекатываться можно. Ты это куда ешь, смотрите. Получай, получай, получай. Так, все. Мы выполнили твой квест. Я могу тут поспать, да? А, тут я сохраняюсь, понятно. Понятно, ребятки, будем тут сохраняться. Прикольно, довольно-таки уютно тут. Посмотрим, может быть, кому-нибудь еще нужна помощь? Может, тебе нужно что-нибудь? А, хорошо, я сделаю. Только я не понял, что ты имеешь, что ты хочешь. Ну, стрелка мне подскажет, что мне надо делать. Подожди, а что такое? Тут, смотрите, я не могу пока туда дальше пойти. Все, понятно. То есть дальше предела я пока что не могу выйти. Вот это что такое? Задания какие-то? Пока что нет квестов, тут будут квесты. Ну так как это демка, она, ребят, не полная. Я, ну, специально взял демку, не стал покупать. Мне интересно просто, понравится ли вам игра. Вот что мне интересно знать. Как я узнал, что мне игра понравилась, конечно же, ваш комментарий, лайк и все такое. Так, что такое? Ты кто такой? Какой-то, значит, маг просит меня что-то сделать. Я, конечно же, соглашаюсь. И он good, типа, да? Good, все хорошо. И исчезает он жмаком. Щелчком и исчез. Так, вот Джон, меня куда-то перенес. Ты куда меня перенес? Сволочь, верни меня назад. Верни меня, пожалуйста. Так, что такое? О, спасибо. Я так понимаю, я изучил магию. Прикольно. О, вот это здорово. Блэйщ. Прикольно. Чувак, блин, мне это нравится. В смысле, 100 голды. Так мне надо купить это еще? Ах ты мошенник. Ах ты мошенник, я думал, ты мне так подарил. Он мне продает магию. Или нет? А, нет, смотри, у меня есть. Прикольно. О, левел 2 у меня. Подожди, я могу, видимо, прокачать своего персонажа, я так понимаю. Так. А, ну сюда подойти, окей. Нифига себе. Я не ожидал, что у меня будет такой суровый босс. Ну что ж, давайте его одолеем. Реально сделано очень круто, мне нравится. Сколько у меня жизни? Получай магией. Хо-хо-хо. Быстрее ты со мной связался. Я еще тот котейка. Так, типа мы его победили, да? Понятно. Понятненько.
Идем сюда. Все, все кричат, все в овации, все мне благодарят. Спасибо, спасибо, спасибо. Я очень рад. Теперь я прославился, ребятки. Надо пора заводить Инстаграм, канал Ютуб. Это мои подписчики. Спасибо, ребятки, спасибо вам. Мне очень приятно. Я рад, что вы со мной. Я рад, что... Я не знаю, что сказать. В общем, спасибо. Эй, куда? Мои подписчики исчезают. Что случилось? Что случилось? Куда вы? Отписались, что ли? Третий левел. Ладно, немножко угара. Доряди. Так, что-то он опять злится, наш котейка. Что-то хочет от меня. Так, ладно. Тут пока... А, задание. Слушайте, 50 минут можно получить. Давайте возьмем задание. Отлично, можно на легкую сложность сложности, видимо, сыграть. Так, ну что ж, давайте выполним задание. И, кстати, можно же прокачаться? А, так, так, у меня второй левел. Мне, видимо, немножко побольше здоровья стало, да? Так, он опять что-то от меня хочет. Так, Мак, ну ладно, может быть, ты мне что-нибудь еще дашь? Дай мне какое-нибудь заклинание. Давайте посмотрим. А, я могу купить у него теперь, да? Прокачать! Хорошо, давайте прокачаем. О, отлично. Левел 2. Мы до второго левела его прокачали. Понятно. Теперь мы супер-пупер мега-крутые. Так, ну как же... А, у меня мана-то не заканчивается. Мана-то у меня не вечная. Нормально, нормально. Так, забираем ману. Нам все-таки задание выполнить. Так, отлично. Что это такое? Какая-то надпись. Интересно, я не могу прочитать, что ли, ее? Или я прочитал, мне что-то дали. Тут есть вход в пещеру, нифига себе. Левел 8. Я не победю, наверное. Пошел нафиг! Валим, 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 валим! Вы видели, какой он сильный? Он все здоровье у меня отнял. Нужно, видимо, как минимум 8 левел. Мне же предупреждали, куда я полез-то. Обходим этих ежиков. Ежики тоже сильные. Блин, подождите, я... Есть какой-нибудь эликсир, что ли? Они горят, да? У меня мана закончилась. Отлично. В принципе, я думаю, справлюсь с ними. Ух ты, этот главный, да? Главный герой, которого я должен победить. У меня жизни слишком мало. Мне где-нибудь поспать. Приютить меня. Там где-то было, по-моему, у меня... Да, тут я могу выспаться. Видимо, здоровье восстановлю свое. Давайте. Давайте поспим. Да, здоровье все прибавляется. Отлично. И сохраняем. Автоматически сохраняем игру. Так, неплохо, неплохо. За них уже мало дают. Потому что они, видимо, маленького левела. Так, смотрим, кто у нас там. Вот этого надо убить, зверька. Так, неплохо справились, неплохо. А, тут, видимо, клад, да? Мы с вами что-то нашли. Эликсир. Я могу его применить, да? Нет, не могу, странно. А, на... Вот, мы должны клад искать. Там еще, кажется, что-то у нас. Что-то мы там нашли. А, тут тоже нету, да? Видимо, я ищу какой-то эликсир и нигде не могу найти. Так, можно их просто обойти. Какой-то город, я вижу. Прикольно, слушайте, сделано, как будто бы карта, да, какая-то. А, все, я принес тебе эликсир, дружище. Теперь же заплати мне монетки. Ну или научи мне заклинание. А, магия, левел 1. В смысле, мы магию прокачали. Вау, нифига себе. Давайте зайдем к нему. Можешь мне что-нибудь другому научить? Ну ладно, пофиг. Так, новое задание тут можно брать. Понятно.
А, мне уже дали какое-то задание. Типа, поспать перед... Перед заданием надо поспать, выспаться. Можно прямо тут здесь поспать. Отлично, все, сохраняем. Идем дальше, куда-то наверх. А, вот, в пещеру. Отлично, идем в пещеру. Я готов, в принципе. О, там какой-то дракоша. Блин, было бы на русском языке игра, было бы просто супер. И представляю, если игра такая, 1000 лайков набрала, 100 тысяч просмотров, я такой офигел. Сразу скачал, нашел русификатор и прошел он всю игру. Буквально за 2 недели. Так, все зависит от вас. Какой-то... Вау. Что-то мы нашли, плюс 3 к здоровью нам дают. Давайте применим. Левел 1, левел 1. А, либо к здоровью, либо к магии. Давайте к здоровью. А что, я только на голову могу одевать? Все? У меня только шляпа тут, походу, дела, да? Блин, а где торс и все такое? Было прикольно, если бы торс тоже был. Так, 4-й левел у меня уже. Неплохо, неплохо. Там вижу какой-то еще сундук. Вот он, тот самый дракон. А, все, мы его одолели. Отлично, там я вижу сундук. Давай подходим к нему. О, слушай, я могу вещи продавать? А, левел 2. Так мы его прокачивать можем, да? Это первый, это уже второго левела. Понятно, понятненько. Ясненько, понятненько. Идем дальше. Так, так это выход, я так понимаю, да? А зачем мне выход? А мы тут все сделали. Или нет? Я прошел оттуда и вышел отсюда. Ух ты, кто-то новый персонаж появился. Что ему нужно, интересно, от меня? Он на дуэль меня вызвал. Я его победил. Он решил меня проверить. Способный ли я ученик или нет. Да, я превзошел его. Он испугался и убежал. Так, опыт собираем. А, чуть-чуть пониже. Вот он. Так, ну привет, ну здравствуй. Куда ты, куда ты? Идем в левую сторону. Он куда-то меня заманивает в ловушку. Вон он уже, как я его догоню? Ты постоянно исчезаешь. Не могу тебя догнать, что ты хочешь от меня? Да, боже мой. Он реально меня куда-то заманивает. Надеюсь, мой котик недоволен. Какой-то квест. А, все, да? Все, ребят, на этом заканчивается бета-версия. Если тебе понравилась игра, там ставь лайк. Подписывайся на канал, чтобы было продолжение. А, бутнов. В общем, я думаю, мы с вами еще увидимся. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока, ребят. До встречи в новой версии полноценной. Вот. Пока.